Приветствую вас на канале RedCat. Ну что ж, сегодня новый челлендж и новый ютубер. Ну, точнее, не совсем новый, но тем не менее. Привет, Happy Fresh. Всем привет, ребят, с вами Happy. Ну что ж, ребята, я тоже Happy, потому что мы впервые будем записывать. И вдвойне Happy, потому что это нубик, у него всего 3 смерти, то есть он вообще ничего не знает в этой игре. Постараемся пройти. Ну что, у тебя супер испытание попробовать занять первое место с конца. Хорошо, уже хорошее начало. И опозориться на 3 миллиона подписчиков, либо же занять первое место и удивить всех. Так что давай хотя бы попробуем пройти. Или куда-нибудь дойти, не знаю. Так, ну что, правила простые, тебе надо дойти до конца. Желательно, чтобы у тебя были робоксы, чтобы ты смог один раз респавниться. И все. Я готов тебя отправить. Ну все, пошли. Ты сам это сказал. Я покупаю сразу большой фонарик. Давай, да, давай, давай, давай. Большой, маленький и бандаж. Будет тебе счастье. Все, отлично. Мы затарились, ребят, мы закупились. Теперь осталось дойти до 200-й двери. The Mines. The Happy Fresh. Окей. Все, спидран начался. Let's go. Да. Не, он пока не начался, нам пока надо починить генератор. Ты уже чинил генераторы? Смотрел как? Ни разу не чинил. Да, кстати, в шкафы вот так вот зайти и выйти можно только на первой локации, а потом там будет монстр, поэтому... А, окей. Ты так не заходи, выходи. Только по делу, так сказать, в шкаф заходи. Все, ищем лампочку. Я одну уже ставил, тебе нужно будет найти еще одну ставить. Окей. Тогда ждем, пока ты ее найдешь. Ну, я пока лутаюсь, ищем... Записывать мы чуть позже начнем, в том плане, что время запустим. А, хорошо, а сколько осталось лампочек? Одна. А, одну все я несу. Ты несешь ее? Можешь нажать ты кнопку, да. Странно. Почему? А, все, да, да. Все понял. Да, тогда вставляешь ее и рычажочек еще надо все. Дернуть. Все починил? Да. Запустился? То, что да. Не слышал. Ну тогда иди ко мне, нажмем кнопочку и пойдем. Как только нажмется кнопочка, начинается время. Если мы пройдем полностью, будем смотреть, у кого лучшее время. Я нажал, если что. Все. А то ты не решишься еще. Так, смотри, я сейчас переключу, а ты вагонетку толкнешь. Ой, там псыкает. У меня уже скрич был, если что. У тебя не все нормально? Да, все нормально. Идем вперед. Смотри, оборачивайся, он уже рядом. Окей. Let's go. О, псыкает. Это не у тебя псыкало? Не-не-не, у меня все хорошо. Вторая комната. Заходим. Тут у нас еще какая-то комната. Сюда можно заходить, да? Везде нужно. А, лутаться можно. Хорошо. Конечно. Не, ну, я думаю, что нам нет смысла пытаться рекорд побить спидранеров, поэтому... Сразу вперед идти. Поэтому можем спокойно лутаться. Наша задача пройти, а не прям пройти самым лучшим временем. Окей. Что-то начало мигать, надо залазить куда-то. Не, там. После 10-го, я думаю, где-то будет. Там сверху... А, стой, не двигайся. Окей. Это Гигл, если что. Буду знать. Надо смотреть наверх, и ты можешь на него фонариком светить, для того, чтобы он на тебя не нападал. Окей. И тогда ты сможешь проходить под ним. Если ты проходишь мимо него, то он тогда может не светить. Да, так что, с Гиглом мы уже познакомились. Идем дальше искать, с кем познакомиться. 106-я. Так, это глаза, не надо на них смотреть, смотришь просто в пол. Но помни, что там Гигл есть. Опять напал на меня этот. Так, похилься. У тебя там должна быть хилка, ты покупал. Все. Ты знаешь, как хилиться? Нет, как хилиться, по-моему, редко. Ты кидаешь на пол весь этот пластырь, потом убираешь из руки пластырь. А, все. Да, вот так. Спасибо огромное. Сколько так, у тебя там осталось теперь хп? У тебя же два раза. У меня уже много очень хп. Да, почти все хпшки. А, ну тогда окей. Так, ну если что, смотрим уже так, присматриваемся к шкафам. Если вдруг подлетит раш, нам надо будет туда прятаться. Так, ладно, я не пойду лутаться, у меня вроде все есть. Окей, я уже на 8-й двери. Восьмая, да. Тут ничего нету. Ужас. Батарейка. Кстати, у меня есть что батарейки есть, если тебе надо будет. Для фонарика я могу поделиться. Все. Окей. Так, я сейчас чекну эту, нам направо, туда, где вагонетка стоит. О, подожди, тут интересная комнатка, тут может быть ножницы. Нету ножниц, ладно. Хорошо. Не обращай внимания, сюда нам не надо. 110-я дверь, не ожидал, что так далеко пройду. Да ладно, это недалеко. Момент. Там сейчас фигура будет, не пугайся. Все, хорошо, буду уверен в этом. Ой, моргает что-то. Это, наверное, фигура моргает. В шкаф надо?
Ну, в идеале, да. Все. Есть шкаф рядом? Да-да-да, залез. Хорошо, не вылазь, летит. Я думаю, если честно, у нас будет сначала фигура, потом мураш. Джо, хорошее начало. Вылазь, 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 вылазь. Вылез. Супер. Ну ты красавчик, ты пережил рашу. Ты получил бейдж. Все благодаря тебе, Радкат. А я-то чем это вот? Помогает мне там моя моральная поддержка. Ну разве что. Так, 113-я. Тут фигура снизу. Он не опасен, поэтому мы просто идем по мостику, переходим. Так, тут может быть скрич, если что. Что-то темно. Фонарики нашел. Хорошо. Бери. Лутай. А так, смотри, в этой комнатке нельзя пользоваться зажигалкой. Окей. А так можешь ходить. А вагонетки могут меня сбить? Ну, если я... Ой, выключаем фонарик. Мухи. Все, выключим. Так, давай палочки поищем, может, тут палочки. Дайте есть. Сюда, вперед. Ну, вроде как, пока непонятно. Ой. Так, ну, по идее, нам надо вниз лестницу найти, а спуститься. Окей. Вот здесь вот лестница есть. Ты где? Хорошо. Угу. Так, я не запомнил, какая была дверь. Ты запомнил? Ясно. 13-й, по-моему. 12-й. Тогда 14-й еще. Так, тут все... Так, давай еще одну палочку кину, потому что ничего не видно. Так, тоже ничего не видно. И мухи напали. Ты нажал, наступил на их яйца, просто они немножко агро. Я вижу 116. Опасно, можно зайти и попробовать. 116, а здесь? А здесь нет. Ну, походу, она одна. Давай, поэтому попробуем. Буду заходить. Сейчас я быстренько возьму еще палочку. Попробую зайти. Да-да-да. Зашел, все нормально. Так, смотри, сейчас может что-то лететь, поэтому... Идем сюда, за мной, вот сюда вот. Ой, мне это... Скрич. Да. Я его отбил. Все хорошо. Так, тут есть шкаф. Ой-ой-ой, что это? Так, это может быть раш. Беги, там снизу шкаф есть. Здесь, да, хорошо. Слушаем. Так. Летит? Нет? Не, вроде нет. А что ты убежал туда? Я ищу, где шкаф. Так там же шкаф внизу был. Ну ладно, уже не важно. Он не летит. Окей. Так, нам надо вагонеткой разбить аккуратно. Сейчас мы потестим, можно ли тебя сбить. Кажется, сбилось. И не я. Так, я пока толкаю, а ты собирай лампочки вот там вот. А, еще лампочки. Окей. Две лампочки собрал, сколько их надо? Все, иди, вот хватит. Уже? Да, вон там вот с той стороны, там генератор починишь, а я тут кнопочку нажму. Окей. Супер. Все пока хорошо получается. Пока неплохо, да, давай. Окей, одна лампочка есть, одна не хватает. А, у тебя не две было? Вторая, по-моему, была. Посмотри там, может что-то. Вот здесь, где генератор, там не было ничего? Типа? По-моему, было где-то здесь, я ее не собрал. Не, мне кажется, она там, где генератор. А, ты тут не забирал? Я понял, потому что она у меня есть. Я думал, ты тоже заметил. Так, надо похилиться пока, все равно стоим. Все. Окей, бежи, беги. Бегу. Так, 118-е. Значит, нам надо 119-е. Слушай, 118-е, это уже нету, хороший результат. Поэтому мы можем, в принципе, пользоваться фонариком. 118-я дверь, это хороший уже результат? Или? Ой, там это моргает, сейчас будет... Вот тут шкафы есть много, подходи, но не заходи пока. Окей. Дальше да, летит. Но если 122-я, до 122-й, по-моему, доходил папа и дочь. А у тебя еще жизнь есть, ты еще можешь разродиться, поэтому я думаю, ты уже побьешь этот рекорд. Звучит хорошо. Антирекорд, точнее. Так, там опять скрич, смотри на потолок, если что. А у тебя есть палочки такие вот, светящие? Да-да-да, это светляшки вот эти. Тогда хорошо. 121, где 120? Что такое, где ты? А, вот он. А кинь в него палочкой, прям в глаз. А ну-ка, попробуем. Ну-ка, можешь посветить? Сейчас. Спасибо. На. Дали бейдж? Нет. Нет? Нет. Что, не попал в глаз, может? Ну, попал, он зашевелился, но ничего, этот не упал. Так, подожди, я сейчас фонарик пополню. Все, тут опять лампочки. Так, 122-я у нас. Хорошо. Тут много этих шкафов, ты ни один не открыл. Хорошее начало. Хорошее начало хорошей игры. Так,
Я собираю батарейки. Если тебе надо батарейка, сообщай. И большой фонарик, он светит хорошо, но медленно, так сказать. Есть нужда в батарейках. Точнее, быстро садится, поэтому лучше пользоваться обычно маленьким фонариком. Можешь? Батарейки. Давай. Только ты в маленький заряжаешь. В маленьком сколько у тебя? У меня только большой, к сожалению. А, ты не покупал маленький? Я тебе говорю, кто-то тут купить. Ну, тогда не напасешься тебе батарейка. На тебе зажигалку тогда. С ней поаккуратнее. С ней только в одну комнатку нельзя, так можно спокойно ходить. Так, ну смотри, я вниз спущусь, нажму, а ты иди к кнопочке там, у кого двери металлическая. Еще раз. Батарейка куда надо вставлять? А ты выбираешь фонарик большой свой, и тогда ее подбираешь. Не, именно лампочку вот эту вот огромную, чтобы генератор активировался. Я уже вставлю, тебе надо просто нажать на кнопочку. А, да, серьезно, кнопочку. Я уже собрался. Все. Так, ну что, мы скоро от Сика будем убегать уже, что ли? Ну давай, с таким посмотрим темпом. На Сик. Ну, хотя там еще должен быть фигура, по идее, где-то, надо ждать. А, вот. Приседай. Приседай и аккуратно, не выходи пока. Окей, он ко мне сразу убежал. Ну да, что-то он волнуется, что там. Так, пошли за... Ой, не идем. Короче, скричу тебя, я слышу. Да. Он тебя укусил или не успел? Нет. Так, смотри, нам надо идти вдоль просто... Ну, короче, у кого стеночки, аккуратненько. Вот так вот. Окей. Стой. Скрич, как я понял, у нас слепой, да? Ой, назад. Угу. Так, фигура типа слепой, да, но он какой-то агро. Так, 125-я, я не знаю, какая нам нужна. Сейчас я посмотрю, что здесь, завал или дверь. Ага, 124-я. Не, на 124-я, пошли сюда. Окей. Так, он бежит за тобой. Убегай, можешь уже вставать. Сюда, сюда не пройдет? Не-не-не. У него там заклятие какое-то, оно ему не дает проходить. Заклятие? Ну да, там, видишь дверь? А, нет, не видишь, ну ладно. Когда мы заходили, дверь такая была, как заклинание там какое-то. Так, что у нас тут? Тут у нас есть шкафы. Это хорошо, потому что Rush уже скоро может лететь. Возьми вот эти вот палочки-выручалочки. Ну-ка, давай. Где их брать тут? Там две было в ящике. А, в ящике, сейчас посмотрю. А здесь какой-то монстр в шкафу, что делать? Нет, туда не иди. Это значит, что ты в него уже заходил, в этот шкаф. А-а-а. Повторно нельзя в один и тот же шкаф заходить из-за того, что там монстр. Ой, моргает. А-а-а. Так, вот шкафы есть, подойди к шкафчику. Так. Да, летит. Летит. Так, ну нормально, слушай, фигуру прошли, Раша прошли, значит у нас Сик остался. Если Сика пройдем, то можно сказать, ты уже до 150-й дошел и уже повторил рекорд половины ютуберов, которые до тебя участвуют. Звучит прекрасно, слушай. Ободряюще, да, так? Да-да-да. Так, тут комнатка газовая, зажигалкой нельзя пользоваться. Все, тогда только так, 131-я. А я не знаю, какая нам надо. Мне кажется, 131-я это... А, нет, нормально. Да, туда надо. Это монстр, если ты не угадываешь дверь, то он, соответственно, тебя жрёт. Пошли в нужную дверь. Вот сюда вот. Да, что такое? Я не понял. Где еще двери? Так. По-моему, прямо, если не ошибаюсь. А, там еще будет, боже мой. Я что-то не заметил, что там еще есть. Сюда можно зайти. А что там? 129-я, да. Или 130-я. Я не знаю, мы сейчас умрем. Выходим. О, пришел, давай. Ты вышел? Да. Сейчас, подожди, мне надо немножко похилиться и подышать, потому что я долго находился в комнатке с газом. Скрич, отстань от меня, скрич. Запоминай эту комнатку, чтобы мы быстро искали. Хорошо. Потому что у меня с этим что-то не очень хорошо, видимо. Так, 129-я мы вышли туда, 130-я. Значит, 130-я следующая. Ну, тут одна, и тут надо лампочки опять искать, поэтому... Бегай, ищи лампочки. О, все нашел. Две надо там. Нашел обе. Нажми на кнопку, пожалуйста. Все. Отлично. Ну, кайф. 130. 10 дверей, будем от Сика убегать. Так, что-то там летит, по-моему. Ага. Где здесь шкаф? Блин. Не, не летит. Там. Нормально. А, все тогда. 131. Тут у нас мухи. Так, прилетел. Не пользуемся ничем. Я буду кидать. Ну и... Можешь кидать палочки. Я куда-то наступил? Вот туда. А ты обычно яйца щемишь.
Ой-ой. Так, 132-я, тут шкафы снизу. Давай подойдем. Может, раш лететь? Раш летит. А, вроде нет. 133-я. Все, выбрались. Они еще одну комнату могут за нами лететь, эти мухи. Так, если что, тут два шкафчика есть. Чтобы спастись. 134-я, 135-я нам надо. Привет, Скрич, 135-я. О, Хальт. Умеешь Хальт проходить? Да-да-да, не видел. Короче, как надо будет прям разворачиваться. Так, разворачиваемся, идем в обратную сторону. Прям приседаем назад. Я умер. Я это слышу. Это ужасно. Ну, ладно, бывает. Ой, блин. Слушай, я чувствую, сейчас тоже сдохну. Хотел твои твои вещи подобрать. Но сейчас у меня спокойно. Не получилось. Ладно, я могу возродиться? Или? Да, ты можешь возродиться. Кстати, возродись, по идее, у тебя будет уже без Хальта, и ты сможешь спокойненько пробежаться и открыть дверь. Давай попробуем. Возрождаюсь. Я, конечно, на это очень надеюсь, потому что если... опять тебе надо будет проходить. Ой, блин. Так, да, все, я тоже сдох. Черт. Ага. Запутался. Ну что, у тебя там нету Хальта? Да, 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 я прохожу спокойно. Ты вещи свои забрал? Да. Подожди, не выходи тогда, не открывай дверь. Окей. Я свои тоже заберу. Полутаемся. Получается, на этом все? Или я еще должен проходить? Не-не-не, ты ж одну можно. А, да, можно? Считается. Хорошо. Да, я ищу свои вещи. Так, где-то я здесь тох. Главное, от Сика не умирать, а дальше. Все. Вещи на месте. Отлично. Есть патрики, Редкот. Да. Так, давай. Сейчас. Раз, два, раз. Спасибо. Может, тебе маленький фонарик дать? Более экономичный. Давай я тебе маленький дам. Ты зажигалку. А ты мне большой дашь. Я вот попробую, ну как выкидывать? На X. X выкину. Все. Да, я просто буду им более экономно пользоваться. Окей. Так, погнали. По полям. Умираем там и сям. Ну это, кстати, хорошо, что они сделали, что если ты возрождаешься, тебе надо повторно проходить, потому что нереально пройти, когда оно все. Ты только попал, ты не знаешь, с какой стороны он на тебя нападает. Это прям трабл был бы. Так, 137-я. Ну все, тебе главное пережить Сика. Попробуем. Я не уверен, но... Я тоже не уверен. Я его тоже плохо прохожу, в принципе. Хотя уже столько раз прошел. 138-а, 7-я. Так, я нашел ножницы, поэтому если мы доживем, то нам будет легче проходить. Получается, в эту дверь мы заходим. 138. Я аккуратно не смотри. Вижу. Вперед идти надо, да? Да, тут надо дышать периодически, вылазить. Мы сейчас как присели, как бы надо дойти и, да, вот тут вот встать на ноги и подышать. Все, дышим и думаем, куда идти. Тут получается у нас две дороги есть. Угу. Ну давай разделимся. Давай, я направо. Я пока сюда пойду. И прямо. Тут пусто. Так и что я за тобой пойду, да. Идем за тобой. Так, здесь опять развилка, нет? Нет. Здесь. Так, мне надо подышать, наверное. Тут вообще. Лестница наверх. И все? Тогда поднимайся. Ну, лестница. Есть там дверь, нет? Да, есть дверь, но без номера. Захожу. А, ну все, тогда возвращайся, и я кину сейчас подсказку, куда тебе. Где не знаю, я? Видно, не видно. Давай попробуем найти твою подсказку. Ну там свет должен быть. Окей. Ты пошел дальше или куда? Да, я куда светяшку кинул. Я сейчас там тут лут смотрю. А. Нашел комнатку с лутом. 140-й там? Да. Сейчас мы будет забег уже у нас. Ой, все, вижу, жду тебя, Редкот. Уже страшно стремно. Так. Экс. Ну что, ты готов? Нет, но давай. Надо будет прыгать на пробел просто. Ничего сложного. Окей, постараемся, но я не уверен в это. Я тоже не уверен, как уже будет. Ты можешь на 2 секунды, ну как бы не сразу бежать. Точнее побежать, потом остановиться на секунду и потом опять бежать. Чтобы я был впереди, и я постараюсь тебе говорить правильный поворот. Окей.
если мы доживем до вагонетки. Все, прямо побежали. Давай. Так, space, прыгаем прямо с краешку. Получилось? Nice. Все хорошо. Да. Теперь налево. Видишь, там такие как бы звездочки, они подсказывают, куда нам поворачивать. Да, это называется путеводный свет. Тут приседаем на Ctrl или на C, встаем. Направо. Камешки мешают. Ничего страшного. Проходим. Так, прыжочек. Так, здесь у нас прямо. Прямо. Uh-huh. Так, здесь левее. Вижу. Камушки обходим. Так, что у нас? 144. Еще одна дверь и будет направо. Уже будем ехать на тележке, а там уж как повезет. Окей. Пока неплохо идет. Да, пока все хорошо. Ой-ой. Левее обходим камушек. И 145. Здесь надо просто прыгнуть со врага. Все. Фух, ну, сейчас такая самая стрёмная. Если повезет с генерацией, то... Так, сейчас будем приседать на контроле, если что. Угу. Присели, встали. И смотрим, куда поворачивать теперь. Налево, лево, 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 лево. Присесть, встать. Право, 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 право. Прям сразу жмешь, не отпуская. Ты жив? Все нормально? Да, все нормально. Супер. Держимся. Направо, право, право и приседать. Хоп. Встать. Супер. Так, едем вниз. Что здесь? Развилки пока не видно. Присесть и налево. Все. Так, здесь. Отлично. Здесь пока прямо. Какая дверь? 148-я. Еще, значит, одна. Блин, ну ладно. Смотрю, смотрю, смотрю. Направо. А, ну пока все время направо. Направо еще. Еще так есть. А здесь что? Здесь да, что? Куда? Куда? Направо, 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 направо. Приседать не надо. Все хорошо. Ну, вроде приехали. Да? Поздравляю. Класс. Спасибо тебе большое. Все. Ты уже дошел до 150-й. Уже как половина ютуберов, можно сказать, повторил рекорд. Прямо еду куда? А тут надо присесть и налево нажимать. А, все, да. Давай, налево только жми все время, чтобы прямо скрежет. Лево, 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 не направо, нет, нет, нет. Не зачем туда? Ты повернул? Нет, ты не туда поехал. Да ладно, плохо. Шучу, все нормально. А, все, ну, зачем ты мне это? Первый раз проходил. Сейчас прямо беги. Ну, на самом деле там нельзя повернуть по-другому, тебя автоматически поворачивает. Я тоже подумал, типа, что? Ну, что ты, да, прочувствовал драматизм ситуации. Хорошо, я понял. Смотри, там сейчас терминал, нужно будет просто ввести циферки. Я нажму на кнопочку, а ты... Окей. Вводишь циферки. Ти прямо? Да. Или куда? Да-да-да. Окей. Вот там вот вводишь. Окей. Слева Цель. Видишь цифры сначала? Посмотри на них. 9 и 8. Ну-ка, спасибо. А потом и вводи все. И справа рычажок дергай. Все. Все, теперь подходи, красную кнопку нажимай. А ну, где кнопка? На вот этой штуке. Вот она, красная кнопка, видишь, около антенки. А, тут? Окей. Нажимай. Дайте. А, еще нажимай. Нажимай, и теперь мы смотрим, куда показывает антенка. Видишь, она показывает в том направлении. То есть нам туда надо идти. Хорошо. Это скрич был. Да. Большой фонарик, да. Он чуть-чуть замедляет эти грамбовов, которые здесь ходят. Угу. Так, теперь нам надо найти... что-то, куда вести код, как я понял. Да. Окей, нам надо сюда? Да, да, сюда бежать. Сюда. Только, будь аккуратны. Вот, вон, видишь, там да. Ползает. Да, да. Дальше пробегай, что? Пробегай, пробегай за мной. Окей. Давай сюда вот, пока в эту комнатку зайдем. Нужны ножницы, как я понял. Вот, смотри, тебе надо ввести вон там код. Так, нужны ножницы. Давай, точно. Ладно. Тут можно без ножниц, но давай их, чтобы да, не обходить. Тем, спасибо. Минус один, окей, это у нас 1, 7, 1. Минус один, это да, 1, 7, 1, все верно. Ой, не то, не то, не то, стой, почему? А, все, да, нормально. Да, ты активируй, видишь, цифры пропали, значит, ты ввел правильно. Окей. Окей. Теперь нам надо отсюда выбежать и вернуться обратно. Хорошо. Это, конечно, хорошо, но ничего хорошего, тут побежали. Так, сейчас главное, чтобы он сверху не свалился. А, вот он идет, сейчас я попробую. Давай, пробегай, пробегай сюда, сюда, сюда. Окей, мы в яме с монстром, это да, это ужас. Это нехорошо. Иди, нажимай кнопочку красную. Прямо, да? Не-не-не, что прямо? Ой-ой-ой, отсюда пошел.
Мы все время должны возвращаться, нажимать кнопочку красную. Окей. Поэтому, давай. Если бы ты сам проходил, я бы только кнопочку нажимал. Так как ты первый раз, то мне приходится с тобой. Так, давай С смотреть. С показывает... Ага, вот уже видишь, на другую сторону нам. То есть идти туда же, но немножко дальше нам придется идти. Ладно. Налево сейчас. Да, сюда только не торопись. Справа он может тоже идти. Вроде нету. Все, идем тогда сюда. Так, сейчас мы посмотрим, если он не развернется на сторону. Нет, вроде не развернулся. Побежали, побежали. Давай хорошо. Опять сюда засейвимся. Вот здесь видишь проход такой? Давай. Вот здесь сюда. Если бы у тебя не было ножниц, то ты мог бы с этого прохода выйти к этому терминалу. Угу. Вот, видишь? Так. Теперь. Вот я тебе просто показал. Нам хорошо. Надо направо сейчас выйти и на правую сторону. Только не... аккуратненько, тут уже они... вот, побежали, нормально, проходим. Все, чутненько. Чудесно. Иди в воде. Так, а 20, что-то у нас минус 6, это у нас получается. Если минус 6, то что там? Сколько у нас? 0 или что? Минус 6 у нас. Получается 6, 8, 8. А, да? Окей. Все? Да, теперь мы сейчас другой дорогой пойдем, более безопасной. Ты готов? Да. Так, смотри, толкай тележку. Что такое? У тебя лазеры есть? Это что? Толкай тележку. Аккуратно, там грамбл. Так, теперь сюда идти? Блин, ты плохо толкнул. Сейчас, чувствую, нас сожрут. Все, проходим сюда. Здесь уже грамбл у нас не должно быть. Так, скрич, где он? И как там его? Угу, скрич, да. Так, все, пошли. Так, и что здесь? А здесь вот. Мы просто, есть тут секретный, так сказать, ход. Мы можем немножко вернуться обратно, более безопасно. Вот, и теперь нажимаем опять кнопочку. И теперь у нас, видишь, наверх показывает. Вверх и направо. Еще два раза так сделать. Угу. Только уже на втором этаже. Это мы на первом были, сейчас мы идем на второй этаж. Wow. Он вот тут вот дальше не идет, видишь, вот этот зубастик. Угу. Нам сюда или нам, туда? Нам сейчас мы пока не знаем, куда идти. Yes. Сейчас посмотрим. Нет, да, нам сюда. Нам надо на ту сторону перейти, поэтому нам надо найти мостик. Угу. Это у нас 150-е? Да. Ну, я видел, что... свинишка. Да, умерла здесь. Здесь многие умерли. И Капанда. Кто тут только не умер. Это успокаивает. Да. Настя, это успокаивает. Окей. Так, смотри аккуратно тут. Пока. Так, сейчас черный. Так, сейчас мы вот тут вот сделаем дырочку, чтобы пройти. Так. Это прямо идти, да? Или не туда я пошел? Куда я пошел? А куда ты пошел? Где ты? Иди сюда. Давай сначала здесь чекнем. Так, это мой скрич или твой? А, мой. Поднимайся по лестнице наверх. Так. После того, как скрича убьешь. Да, на эту лестницу. Так, так, все, полез. Полезли вместе, я там активирую, мне ножницы все равно уже не нужны. Ага, тут пусто, тут у нас нету. Смотри, ножницами вот такие вот штуки можно разрезать. Ну, тут ничего полезного. Нарик. Ну, не активируй его, сканчик, конечно, будет на всякий случай. Мухи там меня сожрут. Да, да, да. Обычно он просто его забывают отключать. Он нагрудный, как-то висит себе. Так. Так, сейчас я батарейки немножко себе похилю. Теперь нам направо. Прямо... Нам направо надо. Вот. Сюда и направо. Назад, 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 назад. Там он есть. Он там сейчас уползет, и мы пойдем. Так, ладно, пробегаем. Ну это очень опасно. Ходить по шахтам. Вон там слева комнатка. Можешь заходить. Слева. Вводить. Что здесь? О, тут эта штука. Сюда водить надо. Ну да, води. Плюс 5, 0. 5 плюс 5, 0 получится. Потом 9, раз. Потом 5. 0, 0, 9? Получается 0, 9, 5. Окей. Крич, привет. Так, теперь надо просто вернуться обратно. Ага. Не спеши. Тут... назад, 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 назад. Он пополз куда нам надо. А теперь к нам назад, я говорю, быстрее в комнатку, он быстро бегает. Все.
Так, хорошо. Можно? Давай ждем. Не-не-не, назад, назад. А, там тупик, он сейчас вернется. Не надо. Не надо. Не буду рисковать. Лучше что-то у нас все золото на. Естественно. Тут же я был. Так, потихонечку сейчас пойдем за ним. Там просто могут быть и два, поэтому нам лучше не спешить. Да блин, он сейчас может повернуть. Не-не, он не туда. Да я вижу, да, но лучше не торопиться. Бывает разворачивается в самый подходящий момент. Все, погнали, чисто. Сейчас просто прямо пробежать, и там будет дверь. Беги прямо, я тут залутаю пока. Прямо. И налево, налево, чуть левее дверь. И вниз там спускайся. И на самом... это у нас первый этаж. Да, возвращайся на первый, только там, когда будешь выходить уже на первом, аккуратно по сторонам смотри, что Грамбл тебя не сожрал. Окей. Так, ну и собственно... Так, сюда? Да, вот стой, тут аккуратно. Тут может он доставать справа. Нету? Нет. Здесь нет. Все, беги, нажимай кнопочку, я тебя жду здесь. И пойдем на другую сторону. Кнопка здесь. Да. По полям. Все, гоу. Возвращайся. Так, теперь куда? Ко мне. А. Тут я. Ты знаешь, куда идти? Да, ну как бы нет, но у нас тут вариантов не осталось. На второй этаж. А тут уже посмотрим, где, когда доберемся. Сюда нам не надо налево, нам надо наверх. Дайте тут черный скрич. Скрич. Скрич Entertainment представляет. Так, смотри, здесь. Я сейчас чекну, пойду посмотрю. Ты пока здесь постой. Ага, нету. Окей, нам не повезло. Прямо назад. Пошли. Вот сюда нам надо. Вот, видишь? Что это за черное непонятное? Это кладбище скричей. Так, он к нам идет. О, нет, сюда? Ну, можешь там постоять, да. Окей. Я жду, пока он пройдет. Так, он не сюда идет, да? Иди. Пока нет. А этот монстр, он жрет скричей, как я понял? Он все жрет. И нас, и скричей. Страшно. Так, он направо пополз. Сейчас посмотрим. Стой. Нет, не торопись. Тут может быть их два, поэтому... Сейчас он проползет, мы посмотрим, в какую сторону он назад будет ползти. Он пока там, где куда нам надо. Так, куда он повернет? Направо или налево? Так, смотрим. Ага, он налево повернул. Пошли направо, значит. Значит, сюда. Тут просто по кругу эта комнатка, что слева, что справа можно добраться. Поэтому нам надо с ним не встретиться. Все. Чутненько. Беги. Вон туда вот прямо и направо будет комнатка. Угу. И вводите код. Да, да, да. Сюда? Да. Тут у нас плюс 5 ангел. Так. А плюс 5 это у нас 0 и... в этом математике. Что там? Плюс 5. А, плюс 5, да. Ну это у нас... Да, 6. Да. У меня скрещ. 6. И, в конце, ну... и 8 плюс 5? Да, 8 плюс 5, 13. 3, значит. А, 3, да. 6, 3. Окей. Все, супер. Теперь осталось выбраться. Так же, как все. Пришли. Хилюсь. Амбра, сколько у тебя? Фул? Да, фул. Так, смотрим, где он. Так. Так, справа или слева? Он бежит назад. Нежно. Возвращаемся в комнатку. Быстро. Все. Все, получается, мы прошли уже это испытание. Не прошли. Нет. Если мы нажмем на кнопку, то мы прошли. А, да? Да. Поэтому если мы не нажмем кнопку, нас сожрут, то мы не прошли. Вообще, в принципе, если кто-то один добежит до конца и нажмет кнопку, то второго тпхнет. Чисто так. Знать бы, куда еще идти. Ладно, так, пошли за ним потихоньку сейчас. Не спеши, он назад. Обратно. Да, он может назад возвращаться. Там, не спешим. Ой, там еще один, назад, их двое теперь будет. Кайф. Он сюда идет. Угу. О, нет. Да, ситуация интереснее становится. В принципе, из этой комнатки выйти довольно-таки просто. Тебе надо выйти и все время направо бежать. Ага. Но есть две проблемы. И они ползают у нас за дверью. Вот это первая поползла. Сейчас мы за ней потихонечку пойдем.
Я возьму лазер, потому что у меня уже кончается. Зачем нужен лазер? Лазеря можно светить, когда мухи в комнатках, к примеру. Эти добавляют? Они не агрятся, да, скорее всего, он повернется к нам. Ладно, ждем. Может, второй тоже сюда приползет? Если... Ой, второй приполз. Слушай, нам сейчас надо выбегать. Давай, давай. А, нет, стой, стой, стой. Нет, блин, там мало места. Было бы в идеале нам сейчас выбежать и побежать. Рискнем? Давай. Нет. Нет, 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 развернулся. Короче, вот когда он был вот так, вот это было идеально. Надо было выбегать, потому что они вдвоем там. А сейчас они два будут в проходе в этом. Ну ладно. Да блин, он вернулся. Назад, назад, назад. Кошмар. Второй за ним, если сейчас пойдет, то побежим. Это шанс. Да, это шанс. Кстати, вроде как можно выжить между ними. Ну, то есть, если они идут друг дружку... До одного достаточно. Если они друг другу навстречу идут, типа, знаешь, то ты можешь как-то встать между ними, и, по идее, они тебя не сожрут. Они как-то лбами, чтоб не встретиться. Да блин, ты опять сюда? На получать. Уходи, уходи. Да зачем ты лагришь, блин, он ушел уже. А, да? Лагерь. О, нет. Так. Так. Да. Ну, там копошится, конечно, это прикольно. Давай подождем, пускай он ползет. Не будем вылазить. Лучше подождать, чем умереть. Раз. Два. Сейчас он разворачивается там. А. Можно? Не-не-не, выходи. Не надо. Вот сейчас можно. Окей. Так, тут если что, есть. Так, вот. Ну блин. Ну нет. Ну не сюда, что. О, ушел. Опять? Не, он что-то сагрился на нас, походу. Да блин. Он ржет и бежит к нам. Вот я еще и скрич. Да. У тебя нормально с хилкой? Могу поделиться. Да, прекрасно, я там его отбиваю. Если пока что нормально. Red Cat. Так, я жду второго, если что. Да. Может, второй придет еще. Ну, короче, если они так и будут нас кемперить, то я рискну, пойду. Попробую пройти сам. Сейчас подожди, не спеши, там тупик, он вернется. Так. Это за что? Куда? Да нету тут нас, нету. Может, в шкафчике спрятаться? Ну, мы можем выбежать, побежать в шкафчик. Если второй будет, они нас зажмут с двух сторон. Поэтому тут 50 на 50. Ну, можно рискнуть, в принципе. Можно, в принципе. Если это пройдет. Давай просто отойдем, чтобы он не оборачивался. Да-да-да. Потому что мы все время... Выходим, он видит нас, смеется и бежит назад. Да. Помнишь вот это, которое на тебя падал сверху? Мне кажется, да, это да, вот да. Это он же. Только чуть-чуть побольше. Так, ну я готов. Блин, он развернулся. Стоит. Ну ладно, давай, хочешь, побежали. После того, как он вправо сейчас максимально зайдет. Давай попробуем. Если что, там слева шкафчик. Подходим к шкафу, но не заходим. Максимально не заходим. Когда он уже прям на тебя пойдет, только тогда, потому что в шкафу долго сидеть нельзя. Тебя вытолкнет. Чтобы не получилось, что ты выйдешь, и он как раз на тебя и сагрится. Окей. Так, и двое сейчас, да. О, отлично. Это идеально. Прямо на... Так, а куда бы нам... Ну, давай. Они, по идее... Хотя это не идеально. Они сейчас врежутся в друг друга. Не будем идти. Они сейчас друг друга врежутся и пойдут опять в разные стороны, да? Да. И опять к нам. Так. Ну давай здесь подождем, что ли. Давай. Тут можно, кстати, полутаться. Давай встань, где я. Где я, вот так вот. Где я? Okay. Где я стою? И готовься справа шкаф, если что, зайти. А. А. Заходи. Не могу, а, зашел. Все. Так, стоим. Не выходим. Выходим. Все. Так, теперь меняемся шкафами. Если что, ты заходишь в мой, я в твой. Налево. Так, смотрим за этим, куда он пошел. Грамбл этот повернул, куда он пошел? Никуда. Он пока направо пошел. А тот второй? Без понятия. Ладно, я пошел, ты там стой. Там стоять, хорошо. Тут этот монстр, да. Посидите красный. Как его звать, кстати? Грамбл. Большой. Нет, этот красный, который в шкафах прячется. Ну там Хайден. Смотри, если он подойдет вплотную, в шкаф зайдешь.
Окей, вижу, да, подходит. Подходит вплотную. Коп. Шкаф, жди до последнего, сразу не вылазь. Да. Там задержался. Это плохо. У меня этот... Все, я вышел. Вышел? Да-да-да, все нормально. Все, я нажал кнопку. А, все. Так, сейчас налево будем бежать. Вниз и налево. Погнали. Давай. Так, теперь здесь тоже прыгать? Нет, тут просто пробежаться. Ничего угу. сложного. Ну все, поздравляю, 151-я комната. 151-я, что? Прикольно, да, было с Грамбовым? Так вообще, я не ожидал то, что... Напряженненько. Да-да-да. По-моему, магазин? Не ошибаюсь. Да, идем вниз в магазин. Так. Будем затариваться. У кого самое быстрое время пока прохождение? 3-4 минуты Леон прошел. Леон, да, я видел. Самое долгое пока у нас. Наверное. Это... Так, сколько у тебя монеток? Давай так. У меня 100... Нет, 347. О, купи маленький фонарик, пожалуйста. Окей, а мне он есть вроде? Полный? Маленький... Подожди, подожди. Маленький выкинь, а себе купи. Давай так. X. Выкинь. Ну-ка, давай X. Да, я его возьму, а ты себе купи. А, ну давай. И купи себе еще батарейки за 100. А, нет, у меня 175. Обманул тебя. Могу батарейки купить, давай. Не-не-не. Ну, батарейки, да, да, да. Давай. У меня есть этот, который. Отлично. Так. На мое тело. Так, сейчас, подожди, не торопись. Окей. Там раш будет сразу, скоро. А, да? Через одну комнатку там сразу раш. А ты где? А. Так, я здесь. Ну ладно, пошли. Потихонечку, у меня просто совсем нету. Прямо? Ща. Так, давай сейчас будем запоминать жестко комнатки, потому что... Угу. Это была какая у нас... 152-я, да? Значит, 153-я, значит, 154-я нам надо. А, да, вот сюда. Все. Так, моргает, там может быть раш. Ищи шкаф. Есть. Не заходи пока. Когда заходить? Ну, я пока не слышу. Ты слышишь его? Да, летит, летит, заходи. Все, выходить можно. Да, давай только выходить немножко позже, потому что иногда тут в игре лаги бывает. Ты можешь а выйти, а он в другую сторону как-то вернется. 155-я нам. Так, у меня что-то батареек мало уже. Ну, ладно, угу. Должно хватить. Так, продолжаем 155-ю. Так, let's go. Пытаемся. Хорошо. 156-я даже. Угу. О, мухи. Как мухи. Убрать этот фонарик? Убрал. Да. Все. Так. Депс, привет. Так, 167-я, какая там дальше? Мне бы похилиться, остановиться немного и похилиться. Да, останавливайся, пока раз, не должно два. Быть. Так, 157-я. А нет, не все. Нам 158-я. Все. Ищу, она тут одна, хорошо, все. Так, ну пока не включаю, потому что они еще могут за нами лететь. Ну, здесь у нас специальные ящики. Да, в них можно тоже прятаться от раша, если что. Хорошо. И вот в этих тоже канализационных тоже можно прятаться. Сюда надо залезть, давай залезу. Тут весело. 160. Ну что, повеселился, идем дальше. 161. Что у тебя по хилке? Надо тебе хилку? Ну, у меня уже нет хилки, но у меня почти полное здоровье. Если что, у меня есть. Так что обращайся. Хорошо. Добрый. Ну, давай так. Я тебе, наверное, их отдам, потому что мне некуда уже собирать их. Спасибо большое. Ты себе забери. Угу. Пошли. Так, что у нас там? 61-я вроде? Должна быть, наверное. 62-я. Давай первую пойду. Да. Так, летят мухи аккуратно. У меня тут ничего нету такого серьезного. Поднимаемся вверх. Давай. Let's go! Так, у нас еще фигура впереди, сик. Так, 61-я уже была, значит, 62-й, да? А будет впереди, который... Ой, летит, по-моему. Этот самый. Летит? Угу. А этот, который у нас на свет это реагирует? Это который раш сейчас летит. А. Нет, не летит. Если не... Вот сейчас точно летит. Шкаф, так, шкаф. Вот шкаф я вижу. Есть шкаф еще? Да-да-да-да. Стой у него. Залазь. Залез. Окей. Okay. Что-то нервно как-то.
Есть. Краш летает. Особенно нервничаю, когда не вижу этих рядышком шкафчиков. Так, ну что, продолжаем движение. Тут. Я впереди тебя, пошли. Все. Так, псы-кал-кал, тебя или у меня? Понятно. Тут у нас 66-я и 65-я. Ну, надо по звуку определить, куда нам. Где жужжит. Туда не надо идти. Тут есть, можно похилиться, если что, комнатку. Так, сейчас где? Вот тут я. А, вот. Как сюда зайти? Может, фонарик какой-то найти. Батарейка, точнее. Есть батарейка, и отвертка какая-то. Так, все. Полутался. Готов? Да. Ну, пошли тогда угадывать. Так, у нас или аж пятая, или шестая. Ну, давай шестую зайду. Если получится, то выживу, если нет, да, выживу. Угу. Так, шестая была, значит, седьмая следующая. Да. Всем прошел. Так, восьмую еще. Ой, присел. Да, я уйду отсюда. На корточке. Так, давай ты снизу будешь искать, я буду сверху. Ну, пока можешь даже выйти, если что. Все, вышел. Страшно. Теперь заходи, он ушел. Налево или направо? Иди налево и открывай шкафчики. Но когда ты откроешь, это отходи от них, потому что он иногда может, может на звук прибегать, когда открываются какие-то там двери. Вот как сейчас он бежит ко мне. Хорошо. Налево тут ничего нет, по-моему. Ну, надо до самого конца пройти, посмотреть. Я пока одну нашел, нам надо две лампочки найти. А, лампочки? Ищем, да, тут генератор надо чинить. Так, пока одну нашел только. А, вторая тоже тут, все, не ищи. А, все, тогда ищи. Тебя летит стоит. Потихонечку будешь аккуратно только. О, нет. Если я успею, то я успел. Я пытаюсь его агрить на себя. Все, он ко мне убежал. Можешь потихоньку вдоль стеночек проходить. Так, генератор я уже запустил, если что. Так что можем к выходу. Телепортирует или тебе идти? Не телепортирует, надо будет. Но ты там стой. Сейчас он пройдет, и мы пойдем на выход. Можешь идти кнопку нажимать. Стой. Забыл. А, нажал. Поздно или все нормально. Прошел. Ты, главное, выйди, я сейчас как-то уже тут попробую. Это было что-то с чем-то. Страшненько, когда он бежит такой агрессивный. Нет, меня убили. Тебя убили? Нет, я живой, но меня убили. А, ты дверь ошибся, да? Да, 170 у нас. Тебе надо пластырь? Не, я похилился. Вот, видишь заклинание? Ну, как бы такое. А, да-да-да. Кто это заклинание поставил? 169-е, 170 еще. Интересно. Так, скрич. Так, тут 180. Может быть раш. Два шкафа есть, давай. Какой шкаф? Встань. А, вот, все. Летит, вроде, да? Да. Так, нам 171, ну, в принципе, он нам сейчас откроет. Вместо нас. Какая-то польза от него есть. Окей. Так, я сейчас учекну эту еще, и мы пойдем. Значит, ну, прям. Если надо, тебе хилка, можем тут еще похилиться. Ну-ка, там есть хилка? Ну, тут шкафчик есть, не знаю. А ну куда я сейчас возьму, то у меня этот. Ну, лучше всего вот эти большие открывать у них. А я могу себе хилку забрать, пласт? Да, да, только сейчас. Ага, ага, хорошо. Окей. Это же твоя была, если что. Что? Ты когда взял ее, ты, по-моему, взял. Ну ладно, не важно. А, хорошо. Там иногда, если у тебя 6 предметов, ты когда берешь зажигалку, допустим, выкидывается твой предмет. А, да? Не знаю. Так все буду знать. Спасибо. Сколько у тебя сейчас? Сколько у тебя сейчас, кстати? 5. А, тогда поэтому. Иногда включу эту. Так, зажигалка. Вторая. Выключай мухи. Ну, нельзя, да? Хорошо. Нам 173, если что. 173, значит, я пойду сюда, наверное. Посмотрю, что тут. Тут у нас. Я думаю, она в другую сторону. Ну, походи. Да, другую. Так, я кидаю, если что, палочки. Так, я туда, наверное, пошел, или туда. А, вот ты. А, все. Так там дверь, по идее, откуда ты пришел. Да? Угу. Ты угадал. Хорошо.
Так, 174 вроде. Теперь на... Нам до 195, 195 будет забег. 174. Уже страшно звучит. Так, не, не иди туда, не иди. Следующее. Фейковое. 175 нужно. Не удивляет то, что я еще живой. Как? Меня тоже это удивляет, но... 178 или какая? 176. Вот оно. 170, куда идти? Тут. Тут вниз или... Не-не-не, вот тут, чуть дальше. Не-не, назад, сюда. Тут назад и куда? Ко мне, я имею в виду. Я тебя не вижу. Вот, я свечу. Так, знать бы, где ты. Ты просто... иди обратно просто, откуда ты обратно. Пришел. А, вот вижу, все. Тут, тут уже и мухи за нами прилетели. Сюда нам вниз. Ту-ту-ту-ту. Так, мухи там аккуратно, не пользуйся пока ничем. Я могу лазерной указкой нам подсвечивать. Так, тут шкаф был. Притормози у кого него. Я не а, могу. Не, не надо, пошли, пошли дальше. Где-то, где-то. А вот я вижу. Я лазером тебя подсвечивать. Лазер хорошо видно. Да. Так, теперь поднимаемся наверх. Что там будет? Будем вагонетку бросать вниз, чтобы она нам открыла выход. Проход, точнее. А если я случайно нас споткнусь в вагонетку? Вот, вот сюда вот толкаю ее, чтобы она разбила. Окей. А я все? Здесь переключил. Ну да, все. Пытать? Ты не справился, ты не толкнул. Лови с той стороны. Просто толкаю все время. А, хорошо. Она должна вниз нам поехать и открыть проход. Хорошо. И мы выберемся из этих шахт. Угу. Куда прыгать туда? Все, теперь левее, там, откуда мы пришли на лестницу и вниз. Скрич. Черный постоянно мешает мне, да. Он тебя любит. Я уже понял. Так. Прямо. Да, теперь сюда, куда мы ее толкнули, мы можем пройти. 178. Так, 179 следующая. Ты у нас... Вниз. Не смотрим. Вниз. 180. И здесь у нас аккуратно, тут много... Шкаф, шкаф, шкаф ищи. Стой, летит? Ждем. Да, летит. Все зашел. Так, сейчас считаем двери, потому что будет много обманов. Выходим. Вышел. Так, какая там? 181? Да. И у нас сюда? Или... Да, можешь ползти туда. 181, да. Все, прошел. 83-я получается. Ну, точно не вторая, да. Или третья, или четвертая. Ладно, я посмотрю внизу. А какая там дверь? Да, тут третья, значит, сюда. Ага. Тут где? И тут еще лестница. Понятно. Тут рандомная карта? Ага. Да. Так, четвертую я вышел. А, смотрю, есть ли шкафы. Так, один шкаф только вижу. Ой-ой, останься или тут... Ну тут шкафы есть, если добежишь, то сюда, если нет, то там стой. Нет, он летит, будет летит. С моей стороны летит. Передний будет. Все, шкафу. Шкафу поздно решили. Нормально, нормально, тут долго. Все, вышел. Пластырь надо тебе? Да, обычно надо. У меня опять много его. Спасибо большое. Помогаешь ты сильно. Так, опять. Куда нам? Так, и... Сим... А, батарейки, кстати, есть? Нормально? У меня чуть-чуть. Ты, у тебя там вот этот вот... ну, то, что ты покупал батарейки, ты можешь тоже как пластырем пользоваться, выкидывать их и подбирать. Ой. Так, а зажигалку чем? Зажигалку вообще выкинь. Хорошо. Так, не это, не шестая, там звук есть. Вроде тихо. Седьмая, да. Угу. Так, восьмая. Восьмая. Так, где девятая? Вот девятая. Вау. И здесь у нас что-то есть? Или дождик? Дождик. Дождик, а мы тут положим. Дождик. Тут есть мухи. Вижу, уже, иду прямо. Так, 91-я нам надо, если что. Смотри, я здесь вижу. Можем от Раша прятаться, если полетит. Где, здесь? Да, в этих. А. Хорошо. 91-я, 92-я еще. Еще прямо, три двери до Сика.
Так, четвертая нам, по идее. Есть такая? Справа. Нет. 93-я, тут четвертая, не знаю. Значит, третья. Так, опасненько. Моргает. Вот, нет. Давай сюда, в эту комнатку заходи. А, тоже плохая комнатка, тут не спрятаться от Раша. Пластырь есть. Ну-ка, возьму. Так, здесь шкаф, если что, есть. Угу. Мы все ближе и ближе к финалу. Ну, уже финал, как бы, да, сейчас будет. Вау. Сейчас уже умирать нельзя будет. Уже... Ну и так нельзя было нам. А сейчас, если ты умираешь, то все, game over. Так, радует, четвертая. О, тут много шкафов, давай притормозим. Скорее всего, Раша не будет, потому что уже сик. Наверх есть? Сейчас пойдем. Куда идти? Ты где? Я не знаю, где. Одета. Наверх, да-да-да. Я... Так, стой. Я возле двери, потому что заходи. Я лазером буду сейчас светить. Давай прямо пойду. Ты, кажется, тут должен быть. Я лазером тебя подсвечиваю. Да, вижу. Все идет. Когда будет сик, я тоже буду лазером бежать. Буду немножко подсвечивать нам, куда бежать. Но если я сам не тупану, потому что не факт, что я пройду. Короче, здесь просто надо угадывать, в какие трубы нам забегать. А, опять? Придется бежать сейчас. Да, прыгать тут надо будет и поворачивать все. Вагонетки уже не будет. Какие в прошлый раз, получается. Сейчас будут просто трубы и повороты. И путеводный свет, по идее, показывать, куда нам надо поворачивать. Давай, пробуем. Let's go. Так, хорошо. Ну, если мы тут выживем, то 99%, что мы прошли. Так. Та-ра-рам. Сейчас прыгать будем. И прыжок. Хорошо. Еще сейчас один прыжок будет. И один. Прыжок. Все. На таких трубах два прыжка. Ага, теперь нужно либо направо, либо куда? Ну, пока прямо все время. Хорошо. Нам повезло тут с генерацией. Ну, посмотрим, что дальше будет. Меня это пугает. Ну, да, тут бывает. Тут и два поворота, может быть. Ага. И три. Но бывает, все время прямо бежишь так, просто. Куда? Так, тут надо смотреть направо. Право. Так, здесь что? Сюда. Прямо. Прямо. Налево, вот тут налево. Лево. Видно? Ты повернул? Да, чуть-чуть видно. Я не знаю, я лазером свечу, но я не знаю, я спереди или наоборот. Ты видишь лазарь? Нет, по-моему, ты сзади меня как раз. А не, вижу лазер. Да, значит, я сзади тебя. Прямо пока пробегаем. Вау. Кажется, все спокойно. Да, пока все хорошо. 98-я. Еще одна дверь. На 99-й это уже финиш. Как же я буду рад, если мы пройдем к финалу. Ой-ой-ой, что ты орешь там? Так, куда нам? Направо. Прямо? Да? Налево там было. Повернул? Да. Все, хорошо. Прыгаю. Все. Так, ну сейчас, наверное, еще один такой поворот, ну как бы будет, и уже финалочка, по идее. Прямо? Тут прямо, и все, да. Нам повезло. Ну все, там дверь. Окей, ты это прошел. И это ты прошел. Вот так переживал. Так, ребята, не проходя первую часть, прошел вторую почти с первого раза. Еще не дошел, чтобы не сглазить. Высота дверь сюда? Да. Тут захожу, один тут вариант. Сейчас будем паркурить. Вот. Джампать. Так, здесь надо, чтобы у тебя full хп было, потому что если ты упадешь в жижу, она немножко будет тебя хп снимать. А я смогу с нее выбраться? Или... Ну, если будешь прыгать на плот, на деревяшке, то да. Окей. Иди и нажимай вот там вот вентиль, крути. Видишь? А, вижу. А я могу как-то ускориться там, на шип нажать? Нет. К сожалению. Тут не надо ничего ускоряться, тут просто добежать тебе до вентиля надо. Все, кручу первый вентиль. Да, теперь, чтобы второй нажать, нужно паркур вот сюда, куда я побежал, видишь? Так. Вижу. Все. А я был на этом, хорошо, не сократил. Да, видел, да, нажал. Сейчас тебе тпхнет ко мне, по идее. Так, ну что, смотрим дальше, куда вниз спускаемся. Да. Вниз и так, ну, прямо. Ну. Так, ну, нам как бы надо вон тот вот справа вентиль. И куда? Вон те вот еще слева. Я могу? Ну, я вот сюда вот, потом сюда, потом сюда. Давай я на крайнюю сбегаю, а ты можешь туда бежать. Да, я могу. Ой, видите, вот этот какой-то большой монстр. Ну, если красным подсвечивается, значит там будут бить по этой области, поэтому на красные палеты не прыгай. Вижу. Один скрутил. Ой, я этот накоцался сильно, причем. Я
живу пока что, но не очень остро. Я могу похилиться? Да, можешь потом похилиться. Есть, хорошо. Еще один, надо покрутить вентиль только намного. Так. Так, а где он? А, здесь. Понял. Последний? Да. А, все, я. Все, теперь спасибо. Давай ты похилишься, если у тебя забрало хп. Окей. Сейчас будет последний. Так, смотри, я сейчас у ту крайнюю, да, ты туда беги. Хорошо. И мне в смысле, бежать... они что, текстурку тут? Они текстурку сделали здесь тоже? Нет. Черт, подожди, как это? Сейчас, секунду, мне надо проверить это. Так. А, нет, не сделали, все нормально. Все, я кручу вентиль, еще один кручу, и если все будет хорошо, еще один кручу. Ну, типа да. Я бежим, могу здесь? Бежим к нему, кто первее. Нет, там нельзя, там не пройдешь. А если я... Ой, ты сейчас умрешь, ой, умрешь, ой, зря, ой, пожалеешь. Все я нормально. Тоже умер. Я живой. Нет, да? Мертвый. Нет, или живой, или мертвый, нет. Я точно мертвый. Нет, без понятия. Нет! Ладно, я умер. Мы вдвоем с тобой сдохли на этом. На этом квадратике. Это крест, ребята, нам. Ну, что я вам хочу сказать. Это, наверное, самая эпичная смерть. На 200-й комнатке вдвоем мы еще не умирали. Немножко обидно, немножко досадно. Но, ладно, что поделать. Все же, ни разу не походил, да, с первой. Тем более второй. Не, ну ты же видишь, ты же сам паркурил, прыгал. Так что... Ну что, ребята, кому понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, и на этом у нас все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.